Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills подошел к концу. Три дня участники боролись за звание лучшего в своем деле. Кому это удалось, выясняла наша съемочная группа. 32 компетенции, 7 площадок проведения и больше 200 участников. Такова статистика этого чемпионата. Второй год подряд в нем участвуют учебные заведения не только республики, но и соседних регионов. Нынешняя география – 10 областей. Конкуренция более чем солидная. На современном производстве нужны сейчас вы, молодые, креативные профессионалы, которые уже сейчас на стадии обучения показали тому, чего вы можете. Чемпионат завершается, но мастерство остается с вами, и есть возможность ваше мастерство увеличить, стать действительно настоящими профессионалами. По сравнению с прошлым годом компетенций стало больше почти в два раза. Например, промышленная автоматика. В ней соревновались 5 человек. Лучшим стал Александр Мусатов из Чебоксарского электромеханического колледжа. Задание сложное, это действительно чувствуется. И, собственно, успеть все достаточно тяжело, но тренируясь, можно достичь большего результата. Планирую идти дальше, готовиться к следующим соревнованиям, которые должны быть уже в 2018 году. И надеюсь, что тоже выступлю хорошо. Еще одно новшество коснулось и судейства чемпионата. Сейчас мы ввели judgment. Это когда оценивают субъективную оценку независимые эксперты. Это были у нас с производства дизайнеры, веб-дизайнеры, графические дизайнеры с известных фирм. И они оценили достаточно жестко. Но что хорошо, они потом встретились с участниками, провели с ними мастер-класс. Было очень-очень интересно. Впереди у победителей регионального чемпионата новая цель – отборочные соревнования, которые пройдут в будущем году. Успешное выступление на них даст возможность попасть в состав национальной сборной. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.